Вышел за грибами. Первый раз в этом году на разведку. Ну, пробегусь, посмотрю. Должны уже появиться. Представляете, вот он сидит. Первый мой красноголовик. Небольшой, правда. Но зато первый. На этой поляночке здесь, на этих бугорках, всегда под эти новички растут. Сейчас посмотрим. Значит, можно заходить уже. Возможно, грибочки уже пошли везде. Ну, с первой находочки меня. О, какой красавец стоит, муравейник. Да, тут, как всегда, жизнь кипит. Все в работе. Такие тут у них норочки. Но это еще не такой крупненький. Тут в два раза больше встречаются. Кругом зелень, комары, а грибов ноль. Птицы поют. Сейчас вот по этой ложбиночке, ямочке пройдем. Если здесь грибов нет, то дальше идти не стоит. Это уже проверено временем. Если грибы пошли, то здесь не должно быть. Дело в том, что даже поганок не видать. Вроде бы дожди пролили. Потеплело. Какой один муравейничек. За него в этом райончике всегда были, но нет. Вероятно, еще рано. Я забрел.
Пакет отдай. Тут, если уж нет, то значит их еще нет. В этом месте вообще-то, когда грибы идут, вот именно на этом кусочке, в этой ямке, ступить некуда. Кругом красноголовики. Даже ни малышей, ничего нет. Так, ай, блин. Едят собаки. По этим бугорочкам вдоль них пройдем и пролезем, а не пройдем. Вот здесь вот на этих местах кругом. Сейчас тихо. Видать, еще суховато. Кто-то сюда уже заходил, он листва сбита. Я в этих местах чуть ли не каждое место помню, где какие грибы росли. Ни одного. Значит, сухо еще. Сейчас на бугор залезу, верха просмотрю. Если нет ничего, значит, пора идти домой. Что-то вижу. Что это у нас такое? Маховичок. Да, маховичок. Такой крепенький. Рябчики, походу, здесь были, кучу накидали.
Ладненько, будем возвращаться потихонечку домой. Грибов нет. Комары загрызли. Пора домой двигать. Вдоль бугорочков этих пройтись. Может, где-нибудь выпрыгнет грибок. В чем я, конечно, сомневаюсь. Гильзач от охотников остался. А еще муравейничек небольшой. Да. Тут на каждом шагу. Можно было бы, конечно, туда в низины зайти, в ямы. Там посмотреть. Но что-то, честно говоря, желания уже нет. Может, найду там один-два грибочка.
И то навряд ли. Но во всяком случае уже. Маховички мне попались. Там пару штучек было червивых. Ну вот и все, вроде прогулялись по лесу немного, посмотрели. Грибочков нет пока. Комары наели. Воздухом подышали. Можно идти спокойно домой. Ну все, всем пока. Все, возвращаюсь домой, вышел на железку. А по железке тут бардак. Я не знаю, что здесь поездом тащили. Прямо вон деревья с корнями все поддвигали. И с одной, и с другой стороны. Борозды такие. Кошмар, сколько деревьев переломали. Там тоже впереди. Все переломано. Все вдоль дороги распахали. Елки, кусты, все поломали. Хоть муравейник не зацепили. И поганки тут на железной дороге растут. Ну, такая елочка была. Ель. Корнями. Рядом елочку тоже завалили. Вот эта ямка, в которую я заходил в июне. Снежок вам показывал, до сих пор лежал. Но сейчас уже все не видно, растаял. Все, осины. Все сломали. Березы. Поуродовали лес. Что тащили, не понять. Что-то здоровое. Какой-то негабарит явно. Ну, что, деревья аж как шкрябало. Ну ладно, на этом все. Пойдем за грибами попозже. Не знаю, может быть, в эту пятницу или субботу
опять на сплав с рыбалкой съезжу. Посмотрим. Все переломано, а? Ну все, всем пока.